Брак разваливается, мужчина не признает психологов. Как поступить? Идти самой. То есть, смотрите, брак состоит как минимум из двух людей. Это вы и ваш мужчина, правильно? То есть, вы можете повлиять на 50% на брак, и он может на 50%. Если вы пойдете к психологу, вы как минимум сможете повлиять на 50%, на половину. Поэтому, если партнер не идет, идите сами. Как происходит на самом деле? В большинстве случаев, я очень много это раз видел, женщина думает, что проблема в мужчине. Она идет к психологу, вот в частности на мои курсы Академии отношений. После того, как она начинает работать на курсах и понимает, как правильно себя вести в отношениях, она меняется, и после этого муж начинает меняться. Где-то 40% женщин говорят о том, что после того, как изменились они, изменились их мужчины. 40% примерно. Где-то 20% еще говорят, что потребовалось время для того, чтобы донести до мужчины, чтобы он изменился. Оставшиеся 40% убеждаются, что брак уже не спасти. И это очень хорошая вещь. Вам не нужно делать усилия, но вам не нужно тратить время на человека, когда вы убедились, что брак уже не спасти. Лучше оставить все в прошлом и строить новые отношения.